11 июня для обеспечения транспортного обслуживания зрителей футбольного матча между сборными России и Кипра на стадионе Нижний Новгород принято решение продлить работу городского пассажирского транспорта. Станции метрополитена будут открыты на вход до 2 часов ночи. По окончании футбольного матча с остановки микрорайон «Седьмое небо» можно будет уехать на автобусах под номерами 7, 41, 52, 57, 66 и 69. С остановки «Стрелка» по направлению в Заречную часть будут курсировать автобусы 3, 19, 40, 45, 60Э, 64, 90 и 95. В Нагорную часть Нижнего Новгорода болельщики смогут добраться с остановки «Стрелка», будут курсировать 19, 26, 43, 40 и 61 автобусы. Работа троллейбусов под номерами 10 и 25 будет продлена с отправлением от Мещерского озера в 12:20 после полуночи. В час ночи от Московского вокзала отправляются трамваи номер 6 и номер 7. От станции метро «Парк культуры» в направлении микрорайона «Соцгород», а также Южного шоссе, можно будет добраться на троллейбусах маршрута номер 14 до часу 30. Ночные электрички отправятся также в Заволжье и Дзержинск. Так, электропоезд «Дзержинск» отправится в 00:35 12 июня, а в Заволжье в 00:25 12 июня соответственно. Посетители фан-зоны, расположенные на Нижневолжской набережной, также смогут добраться до дома от остановок «Речной вокзал». В Нагорную часть города на автобусах 1, 38, 45, 61, 62, в Заречную на 3, 40, 48, 64 и 90 автобусах.